Всем добрый день, уважаемые гости и подписчики моего канала. Отличным препаратом для обеззараживания почвы осенью является формайод на основе йода. Он обеспечивает подавление или уменьшение патогена микрофлоры. Основной способ его применения профилактический, а именно его применяют для обработки растений, деревьев, кустарников, дезинфекции почвы, дезинфекции инструментов, например, секаторов, всяких ножей, помещения, теплиц. Им обрабатывают также рассадные кассеты, ящики, горшки и другое. Для дезинфекции почвы необходимо взять 100 мл препарата и развести в 10 литрах воды и тщательно пролить им почву из лейки с мелким ситечком. По сильной зараженной почве допускается концентрация 300 мл на 10 литров воды. При таком использовании численность патогенов снижается на 98%. Для обработки теплиц также разводят 100 мл на 10 литров воды и равномерно распыляют или наносят губкой по поверхности на 10 квадратных метров, понадобится от 1 до 3 литров раствора. Спасибо, что посмотрели это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.